Здравствуйте. Некоторое время назад AliExpress начал посылать мне посылки по одной. Я замучилась бегать на почту, и поэтому разозлилась на них и решила заказать все Obeds. Я знаю, что магазин очень обязательный. В течение 2-3 недель максимум приходят посылки, и все упаковано очень хорошо. И действительно, я не ошиблась. Вот такой мешок пришел, был упакован он в пупырку, и в этом мешке все вместе с накладной, по полочкам все разложено, вся фурнитура, пины, которые колятся, отдельно упакованы. В общем, магазин очень хорошо упаковывает. Единственный его как бы минус – это доставка. Но если вы заказываете много, то доставка распределяется по всем товарам, и получается, в принципе, цены адекватные, очень даже похожие на AliExpress, иногда даже дешевле. Я сейчас брала каждый предмет отдельно и делала доставку, что, в принципе, неправильно, потому что там есть минимальная доставка, там 2,8 доллара, по-моему. И просто на каждой позиции прибавляла доставку как бы отдельную. И когда вы заказываете много, получается доставка вроде бы дорогая, но если распределить ее по всем предметам, очень даже удобоваримая. Покажу, что я вам купила и сделала некоторое исследование по ценам на AliExpress по сравнению с этими ценами. Сейчас посмотрим, выгодно ли было мне купить то, что я купила. Купила сразу вот такую кучу, 1000 штук пинов с плоской головкой. Длина у этих пинов большая, 50 миллиметров. Что я хочу делать с ними? Я хочу их использовать как пины и с круглой головкой. То есть буду отрезать вот эту плоскую головку и делать, что меня в них привлекло. Во-первых, у них толщина 0,8. Толщина у обычных пинов где-то 0,6. Эти чуть потолще. Их много, 1000 штук сразу. Вот, 1000 штук стоило, если считать только, если бы вы вот это заказали, то посылка вам бы стоила дороже как бы самих пинов. И получается где-то 11,27. Я проверила на AliExpress 70-миллиметровые и пины, здесь 50 миллиметров. 70 миллиметров стоит 18,3 доллара, а 45, там не было 50, 45, 16,3. И они тоньше. Видите, поэтому вот такая вот посылка, в принципе, уже себя оправдала. Вот только если заказать отдельно вот такие пины, их много сразу, не надо потом дозаказывать, 1000 штук, можно использовать их и как с плоской головкой, и как с петелькой. Заказала с петелькой еще два вида. Тут получается, если отдельно заказывать, не очень выгодно, но в принципе выгодно. Вот такие толстенькие пины с петелькой 65 миллиметров и пины потоньше 200 штук. Их тут идет. Вот видите, эти 0,7, эти были 0,8, 200 штук, 50 миллиметров. Я решила закупиться уже, потому что у меня как бы они заканчиваются, пины очень быстро. Пины с шариком, толстые, это 0,8, по-моему, у них ширина. Опять же, зашла в AliExpress, сейчас посмотрим, сколько эти стоят. Вот, нержавейка, 50 на 0,7, но все равно они выглядят очень толстенькими такими. 50 штук стоило вместе с посылкой 4,49. Видите, 1,69 как бы стоили эти пины. Я зашла на AliExpress, 50 штук 40 миллиметров. Эти были у меня 50 миллиметров, стоят 4,25. Видите, какая, в общем-то, сопоставимая цена. Нержавейка хорошего качества. Есть, пишут нержавейка, а на самом деле они очень тоненькие и не очень хорошего качества. Та нержавейка стоит 100 штук, нет, 50 штук тоже, извините, 2,80 или 5,60 до распродажи. Как бы. В общем, я думаю, что это тоже нормально. Колечки. Очень долго искала колечки толстенькие, потому что вот эти тоненькие колечки, они быстро раскрываются. Вот эти колечки 1 миллиметр толщина, 90 штук у них.
Колечки эти стоили, если опять же с посылкой, 3,26, а так 0,46. Обратите внимание, что чем больше вы заказываете фурнитуры, большее количество, то получится, конечно, все это намного выгоднее. Но так как я заказала много позиций, у меня тоже получилось, в принципе, это недорогая позиция. И вот это очень интересная позиция. Я покупаю черные шапочки по 10 штук, они стоят 3 с чем-то доллара, 3 доллара. Но там, правда, они совсем черные. Тут я нашла шапочки Gun Black, очень темные, вот такие вот. Маленькие, есть такие шапочки в бронзе, в серебре и в золоте на Алиэкспресс. Размер у этих шапочек 6,6 на 2, 100 штук, стоят 3,65 вместе с посылкой. Вот, видите, так они стоят 0,99 и посылка 2,66. Я довольна вот этой вот покупкой, потому что черные шапочки у меня быстро уходят и все время дозаказываю черные по 10 штук, которые стоят там что-то 3,6 доллара, по-моему. А тут такое богатство. Там еще были шапочки филигранные черные, но оказалось, что они у меня уже были из прошлых покупок, я их не заказала. Очень интересный товар. Такого я на Алиэкспресс не видела, но у меня немножко рассыпался. Посмотрите, гематит. Какие диски гематита большие. Да, нитка длинная. Сейчас открою ее. Может, она уже больше не рассыпаться не будет. Нет, она сыпется с двух сторон. Разорвалась эта нить. Сейчас мы ее соберем. Ну вот, смотрите, вот такая нить. Видно от тяжести. И тут еще вот куча бусинок внутри. Внутри. Все в пакетиках приходит. Ничего не рассыпано по пакету. Вот такой гематит. 13 на 2,5 миллиметра. Эта вязка стоит 6,89. Видите, она стоит 1,9 плюс посылка 4,99. Он очень тяжелый. Я думаю, что на Алиэкспресс такой гематит стоил бы не меньше. Но я такого на Али не видела, такого размера гематита. Хорошие бусины, тяжелючие. Черный гематит вот такого большого размера для чокеров. Как проставки делать очень хорошо. Надо аккуратненько его собрать. Я его переложу. Вот такие вот шикарные диски. Качество великолепное. На SealBeds вообще качество бусин у меня никогда не вызывает нареканий. Так, теперь еще нержавейка. Вот такие листочки. Тоже в таком количестве нержавейку я не видела. Покажу вам сейчас их. Много. Надо 1, 2, 3, чтобы видно было. Вот такие вот листочки. Чуть-чуть вогнутые. 13 на 10,5. 50 штук. Стоит вместе с посылкой 3,78. По-моему, цена вполне сопоставимая с Алиэкспресс. На Алиэкспресс нержавейка, вот такие вот детальки тоже стоят не дешевле, даже если посылка бесплатная. А здесь листики такие тоненькие довольно-таки, очень симпатичные. Так. Еще лист большой, поэтому я эти купила, собственно говоря, вот к этому листу. Вот такой лист с эмалью, очень красивый. Две штуки их продается. Только такого цвета эмаль, я не видела другого цвета эмаль. Это просто такой вот лист, сзади он вот так выглядит. Можно его и задней стороной, в принципе, использовать, и передней. 78 на 48 на 4. Два листа стоят 5,66. По-моему, цена вполне сопоставимая с Алиэкспресс. 2,28 они стоят, два листа. Ну, плюс посылка, опять же, полная здесь. Уже сказала вам, если заказываете несколько позиций, посылка становится дешевле. Смотрите, какой он красивый. Я видела такие листы, по-моему, в бронзе на Алиэкспресс. И, по-моему, в серебре. Нет, в серебре не видела, только в бронзе видела. Так, теперь
акриловые бусины. Вот такой формы не видела. Сейчас я посмотрела очень на них внимательно и увидела, что их два цвета тут. Если вы обратите внимание, кто заметил, видите, одни кремовые, одни белые. Даже не знала, что их два цвета тут. Ну, это, в принципе, не важно. 20 штук 14 на 13 миллиметров. Тут у меня где-то пин был. Бусинки очень красивые. Это акрил. Акриловые бусинки под жемчужным покрытием. Вот, два цвета видно, да? Один бежевый, один белый. Вот такие бусинки. Есть у них тут, но это они отлитые, поэтому у них есть шовчик такой. Интересные бусинки. Стоят они вместе с отправкой 4,27. Кстати, вот, я купила их за $1.18, а сегодня они стоят меньше доллара, 0,77. Есть несколько позиций, что я купила намного дороже, чем они стоят сегодня. Проверьте, если успеете, вдруг вам надо, можно купить их подешевле. Вот такие шикарные мятые бусины. Тоже на Алиэкспресс таких размеров не видела. Они бежевого цвета. 32 на 23 на 23,5. 5 штук таких бусин идет. 5,23 они стоят. Опять же с посылкой. Так они стоят $1.85. Вот такие бусины мятые, очень красивый. Центр чокера сделать. Очень-очень красивая бусина. Такие бусины мятые есть на Алиэкспресс, но вот такого размера я не видела. И я покупала как-то уже такого типа бусины, но другие. А эти прям как яички, даже больше, чем перепелиные яички. Купила вот такие бусинки, они есть и на Алиэкспресс, и у меня их есть много всяких размеров, но вот такой размер у меня подзакончился. Это 8 миллиметров, их тут 200 штук, стоят они 4,43 вместе с посылкой, а так они стоят $1.05. По-моему, на Алиэкспресс, опять же, они дороже стоят, ну, если не считать посылку. Таких много бусинок. Они очень хорошие, из них плести очень хорошо, кстати, что-нибудь легенькое. Вот такие бусинки акриловые под жемчуг не видела на Алиэкспресс, правда, рассчитывала больше на светлые и на розовые, по-моему, там были, а вот мне пришли вот светлых, все, больше нет, вот всего три бусинки светлых пришло мне, белых, то есть вот таких вот, всего три. Плоские бусинки, в основном вот оранжевые, голубые, зелененькие, но тоже ничего, симпатичные такие бусинки, пригодятся. Стоят они 0,98 как бы, да, ну и посылка 50 штук, 14,5 на 7 миллиметров. Из них можно сделать очень симпатичное украшение летнее какое-нибудь, такое весюлечки из них придумать. Таких бусин на Алиэкспресс я не видела. Может, если поискать, очень-очень хорошо можно найти. Так, и еще рондели. Посмотрите на фотографии. Они мне очень понравились. На фотографии они как-то выглядят немножко иначе, но и в жизни они неплохие. Черные вот с таким серым. Нитка стоит дешево, с посылкой, естественно, подороже. Здесь вязки 100 штук. 100 штук, не 80, не 90, как гнали, 6 на 4 эти рондели, 6,31, ну что посылка очень дорогая, так они стоят $1.61. Я думаю, что из них можно сделать просто украшения, даже не надо их ни вышивку, никуда, просто украшения из них, они такие угольные, черные, матовые и вот такой серый у них цвет еще рядом. С ними красивые бусинки. Так, ну и последние три позиции. Они, сразу скажу, я их купила подороже, чем они сейчас стоят. Вот такие жемчужины Shell. Жемчужины Shell. Я их купила за 12,61, а они сейчас стоят $8.2.
и посылка 364. В общем, они получились мне примерно 14,5 долларов. А сейчас они стоят 8,2 доллара. Посмотрите, какие красивые бусины, совсем необычной формы. Это жемчуг Shell. Тяжелые. В общем, я решила их купить, вставлять куда-то фрагментарно в украшения. Очень красивые бусины. Необычная форма такая у них. И купила еще по 6 вязок. Продается, правда, не 15 инч, а 7,5 инч. 8-миллиметровые и 6-миллиметровые. Вот это 8-миллиметровые. На фотографии у продавца были там и красные бусины, но здесь их не оказалось. Но все нити разные. Вот розовая отдельная нить, и эти розовые встречаются в других вязках тоже. Вот розовый здесь перебор, конечно. Но, в принципе, жемчужины очень хорошего качества. Это Shell. Стоят вот такие вот 6 нитей. Стоили, я их купила за 6,5 долларов, а сейчас они стоят 4,54. Ну и если добавить к ним посылку, то я их купила за 11,4 доллара. Все равно это получилось выгодно, даже если с посылкой. Смотрите, какие красивые бусины Shell. А сегодня они вот почти на 2 доллара дешевле стоят. Поэтому, кому интересно, можете поспешить. И еще одни бусинки Shell, это 8 миллиметров. И бусинки Shell 6 миллиметров. Вот здесь немножко разочаровалась, потому что там на картинке был такой ярко-голубой цвет, и мне хотелось его, в общем-то, заполучить. Но получила я нитки другие немножко, но тоже красивые все. Тут вот очень интересный вот болотный есть цвет, зеленый, вот такой необычный. Красивые бусинки. И все равно есть много светлых, белых. Вот. Нет, у них цена не упала. Видите, 6-миллиметровые стоят еще дороже. 6,41 и отправка 3,53. В общем, получилось 10,94, 6 ниточек. Я думаю, все равно оправданная покупка. Опять же говорю, что отправка тут, как будто бы я купила вот только эту позицию. Поэтому... Вот такая вот у меня посылка. В принципе, я довольна. Заплатила я за все это богатство там чуть больше 50 долларов. И мне кажется, что посылка себя оправдала. А я с вами прощаюсь. До следующих встреч. До новых интересных идей. До интересных распаковок. Не забудьте подписаться на мой канал. Поставить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И написать комментарий. Thank you.